Ненависти нету, мести тоже нету. Есть правда. Вы стоите сейчас на этой земле, да? У вас растут дети, у меня тоже растут дети. Вот правда. А кто-то приходит и хочет поработить, захватить. За что? Почему? За то, что мы добрая нация? За то, что мы всех принимаем? Только за это? То, что какой-то Путин пришел и забрал у нас Крым? Нет, так не будет.